И всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Apple Guys. И я недавно решил заняться видом спорта под названием лонгборд. И выбрал дисциплину я даунхилл и иногда слайдинг, ну, фрирайд. И сегодня я приобрел доску в спортмастере, которая называется термит. Фирма, не знаю, вам знакома или нет. Стоила она 7000. Кстати, напишите, фирма вам знакома это или нет. И знаете, что мне больше всего не, что мне больше всего не понравилось, это то, что здесь написано то, что на ней нельзя делать олли, прыгать со ступенек на рампе. То есть они думают, то, что это возможно, хотя здесь кликнуть ее вообще почти невозможно. То есть посмотрите, какой здесь тейл. Он очень короткий, и это вообще почти нереально. Ну ладно, в общем-то, купил я эту доску. Сейчас мы будем ее, в общем-то, распаковывать. Еще здесь лежит небольшая инструкция. Ну что ж, давайте распаковывать. Дизайн этого лонгборда оказался даже очень милым. Но когда я открыл инструкцию, я заметил то, что на рисунках нарисован скейтборд, а не лонгборд. И то, что на них нельзя спускаться с горки. Это, мне кажется, неправильно. Испытывать этот лонгборд я отправился на Воробьевые горы, но спуски там оказались очень резкие, узкие и людные. Но потом мы отправились в Мещерский лес, и у меня получилось неплохо так покататься. В интернете я выучил аэродинамичную даунхилл стойку, что помогает мне быстрее ехать. В общем, я буду совершенствоваться в этой дисциплине, и мне она понравилась. Даже очень. И еще я заметил то, что доска после катания очень грязная, и нижний принт немножко поцарапался. Ну а так, если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал.